Большое желание вышивать. Я хочу вам порекомендовать. Существует янтра, которая называется Шри Рам Янтра. Это янтра, которая состоит из таких треугольничков, обозначает богатство. Если хотите сделать какую-либо татуировку себе, то сделайте вот такую Шри Рам Янтру. Она и если ее вытатуировать у себя на груди, я, наверное, правильно говорю это слово, то тогда у человека появляется материальное благополучие, везение, успех, человек становится более добрым, у него появляется везение. Это многократное пересечение. В середине, вернее, этой янтры должно быть шестиконечная звезда, которая расходится в множество сфер, как бы создавая бесконечный процесс объединения энергии плюса и энергии минуса, создавая процесс бесконечного влечения и борьбы. Таким образом, увеличивает у человека возможность гармонизировать свою судьбу по принципу и желаний, и возможностей, и сил, и реализации, ну и всего подобного. Фактически, по моему мнению, это может являться символом материального благополучия, символом такой тотальной защиты человека, символом, наверное, везения, успеха в бизнесе, в семье, общей реализации. Прочти, продал, да? Поэтому такие янтры, Шри Рам Янтра, она очень часто используется в эзотерике, я о ней рассказываю на четвертой ступени, а также очень часто даю мантры, связанные с Шри Рам Янтрой. Такая Шри Рам Янтра есть у меня в моем сборнике янтр, который я продавал, символов школы Кайлас и так далее.